За 12 лет славянские чтения и школьные конференции выросли в международную. Между собой организаторы давно называют этот форум «Славянские чтения. Детская дипломатия». Она помогает преодолевать те трудности, с которыми порой не справляется дипломатия официальная. В этом году мероприятие проходит под флагом празднования 50-летия улицы Старозагора и 140-летия российско-болгарской дружбы. И это не только доклады и исследования. Много различных проектов сегодня получат свое завершение. Это как бы первый вот такой, может быть, итоговый смотр тех мероприятий, которые в различных школах города, не только в 132-й, проводились в рамках мероприятий, посвященных 50-летию. Славянские чтения помогают участникам больше узнать друг о друге, о традициях, культуре. А культуры никогда не враждуют, они обогащают друг друга. В этом году к мероприятию подготовлено 320 исследовательских работ из 110 школ города и области. Ученики 16 школ, расположенных на улице Старозагора, организовали целый исторический экскурс, чем немало удивили взрослых. Действительно, очень глубокий анализ, очень интересные факты, о которых даже мы, люди, которые достаточно давно живем в городе, не знали. И для нас они были таким приятным открытием. И это очень важно, эту работу, конечно, нужно продолжать в дальнейшем. Мы должны не только помнить нашу историю, мы должны гордиться этой историей. Много интересного о своей улице узнали и ребята, которые занимались исследованиями. И не только об улице, но и о тех, кто на ней жил и ее строил. МЖК построила станцию метро «Победа». Я даже не знала о существовании такой организации. На память о важном форуме в администрации города останется точная копия Самарского знамени. А участники увезут в свои города и страны частичку самарского тепла и гостеприимства. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, «События».